Итак, всем добрый день. У нас продолжается предмет информатика. В следующем семестре, на данном случае, третьем. Так, принципы выполнения остаются прежними, что и во втором семестре. То есть это основной этап – это выполнение в среде программирования Pascal. В данном случае используется стандартная программа Pascal ABC.NET. После этого, как вы выполняете эту вашу задачу, лабораторную работу, вы сдаете и можете оказывать другие варианты этапов. То есть это в электронной таблице набран, ну и оформлено непосредственно в текстовом редакторе. Ну и четвертый – это защитить по теме лабораторной работы вашу работу. Если кто-то забыл, то есть на YouTube-канале моем есть видео прошлого семестра информатика 1. Вы можете открыть, посмотреть, то есть пример приведен, как необходимо выполнять задачи. Ну и также рекомендую вам сходить на сайт Pascal ABC.NET. Здесь есть примеры выполнения программ, помимо того, что вы скачиваете непосредственно эту среду. Ну и здесь есть уже готовые программы, которые можете посмотреть и непосредственно скопировав, то есть вставить в эту среду, ну и проверить, как она выполняется. Ну, здесь даже ошибки есть, потому что мы поняли точку записать. Заодно напишите разработчику. То есть вот у вас вывели значение, вводите, ну и получаете результат. Рекомендую найти, ну, помимо того, что здесь для новичков программы, также есть и программа для студентов. Используем как простые варианты, так и с использованием процедуры вот этой функции и процедуры. Так, ну и также не забываем пользоваться лекциями, которые вам выдаются непосредственно на лекционных занятиях, на первом лекционном занятии в этом семестре. Так, ну, всем успешного выполнения в конце семестра информатики 2. Так, смотрим обучающие видео и до встречи. Всем до свидания.